Завершено строительство дворца школьников в микрорайоне Нур-Сад. Тут будут обучаться дети от 7 до 18 лет. Всего здание рассчитано на 500 мест. Здание состоит из 3 этажей и 3 блоков. Тут будет стоянка на 81 автомобиль, а также столовая на 35 человек. Дворец школьников будет отвечать всем международным требованиям, ведь здание необходимо Шымкенту с населением более 1 миллиона человек. Внутри 3-этажного здания площадью 900 тысяч квадратных метров расположен бассейн для школьников, зал боевых искусств, зал игр в настольный теннис. Также в художественно-эстетическом блоке есть кружки изобретательного искусства, драматический кружок, декоративно-прикладное искусство, гончарный зал. В научно-технической части можно найти 3D-моделирование, кабинет Лего, интерактивную библиотеку, биотехнологию, а в гуманитарном блоке фото- и видеостудию, журналистику, кружки развития моторики. В отделе музыкального образования есть студия звукозаписи, музыкальные инструменты, вокальная студия. Также футбольное поле, баскетбол, волейбол, воркаут, детская игровая площадка будут посвящены эффективному использованию внеурочного времени учащихся. Строительство объекта началось в конце 2021 года. Планируется, что в ближайшее время дворец школьников будет передан на благо детей в качестве государственного учреждения и трудоустроено будут около 100 сотрудников.